Скажите пару слов в свое оправдание. Трясешь и там. Ну что, друзья, хоть и небольшой кризис наступил. Валю. Привет, друзья. Сегодня в тренды входят прогулки по лесам, по озерам. Теперь по торговым центрам не в тренде гулять, и по городу. Как вам такой опыт? Или вот, может быть, конкретно вы всегда любили гулять по лесам и по озерам? Или ваша... Скажи что-нибудь. Вау, прикольно. Лука, с тобой все в порядке? С тобой все в порядке? Да, все в порядке. Только посмотри на меня. Милочка, как ты себя чувствуешь? Тебе на природе хорошо? Грязно, это я ее встала. Нет. У Мики авария. Слетел тапочек. Но она настолько в азарте была, что даже не остановилась. Протопало так еще, да? Ой, там снегурка! Где? Вы участвуете в съемках фильма. О! Мы своих не бросаем. Если убегаем, убегаем. Прикольно. Лукоша там вдали где-то уже мелькает. Осталось чуть-чуть. А, ты все в машину складываешь. Конкретно вы любите гулять по лесам
Или вам больше нравятся торговые центры? Так?